Привет, с вами Женя, сильные новости, рубрика «Короче, поехали». Кто-то за овощами едет на сельхозярмарку, а кто-то на чужое поле. Трое гомельчан отправились на фермерское хозяйство, охраняемое, между прочим, Будокошелевский район, за луком. Пока их не рассекретили, успели насобирать 350 килограмм лука, упаковать их в мешки, а утром хотели отвезти все это добро в Гомель на дизеле, но не успели. Короче, насобирали они на 420 рублей и уголовку. По городу ходили большие коровы, не в рифму, но зато суровая правда Гомеля. Вчера в Гомеле заметили коров, которые разгуливали по проезжей части. А вот в минувшую пятницу читатели «Сильных новостей» присылали в редакцию фото двух гуляющих коров, которые потерялись при разгрузке, при подготовке к мясомолфесту. Ну, как вы думаете, откуда эта корова третья? Смотрите скоро во всех гомельских школах. В 26-й школе Гомеля прошли первые уроки по такому предмету, как основы духовно-нравственной культуры и патриотизма. Провел их один из настоятелей местного храма. Тема была «Неразделимость любви к Богу, людям и Родине». Ну, так что скоро и у вас такое будет.